Зачем я взялась за этот заказ? 2 месяца меня не отпускал этот вопрос, пока делала эту голову. Нужна была реалистичная голова лисы для манекена. Реалистичная веселая голова. Но я не умею такие делать. Я делаю реалистичные грустные игрушки с лапками, хвостиками, подвижные, и это не одно и то же. Материала было перепорчено немерено. Техник использовано много и разных. Времени ушло непозволительно много. Строя и перестраивая выкройки, я думала, как же повезло моим ученикам, что они шьют по уже готовым выкройкам и четкому алгоритму. Если честно, даже когда голова была готова, до тонировки я не была уверена в результате и очень переживала. А потом покрасила ее. И это просто разрыв всего. Я не ожидала, что она получится такой офигенной. Моя самооценка взлетела выше неба, и я испытала эйфорию и счастье. Вот не зря сутками пропадала в мастерской, не зря. Только, кажется, она не получилась веселой и большая слишком вроде. Интересно, что скажет заказчик? Ваши идеи?